Привет. У нас второй день, второй лук. Ты меня нарядила учительницей сегодня. Решила сыграть на образе серьезном, но при этом слегка кокетливом. Ты обратила внимание на бант. Во-первых, это тренд. Такие банты повязывали на многих модных показах в этом сезоне. Это рубашка бренда Нельва. Она замечательного изумрудного цвета, который подходит таким типажам, как ты, Аня. Хорошо, погнали дальше. Это вот что это? Сарафан, жилетка, платье. Это какой-то трансформер, мне кажется, да? Три в одном. Да, да. Этот элемент гардероба можно назвать платьем, если носить классическим способом, как мы сейчас с тобой и сделали. Для того, чтобы этот образ звучал по-хулигански свежо, и добавили мы немножечко сюда интриги, это бренд Фундук, и он делает сумки. Да, нам уже где-то я читала, да, что это очень популярны такие сундучки. Все люди, которые придерживаются экологичности в моде, в сфере фэшн, обращают внимание на подобные сумочки, на подобные изделия. И такие сумки пользуются популярностью среди европейских. Какой-то простой ответ, да, для обывателя, который не понимает, почему выставки не настолько популярны сейчас, для того, чтобы стало все ясно и понятно. Ну, на самом деле, это началось уже очень давно. Изначально просто еще в Советском Союзе, да, когда это все было, когда к нам приезжали иностранные компании, показывали технологии, когда появился Камтек, когда реально новые компьютерные технологии, когда это все перло, это каждый раз что-то было новое. Сейчас ты приходишь на выставку, видишь все то же самое. Я вот сейчас вот дизайнерам говорила на выступлении, эта аудитория мала. Тот, кто может заплатить, тот, кто хочет, чтобы идея главенствовала, чтобы вот это экологическое, экологичное потребление, эко-френдли и прочее, это надо очень хорошо поработать. Вот. На самом деле, чем мы все должны озадачиться больше всего, это именно технологии вот рециклинга, когда можно перерабатывать, но опять-таки тоже эти технологии должны прорваться по-другому, потому что сейчас даже переработка текстильных футболок, чтобы сделать новые футболки, это в тренде, это замечательно, это круто, но оно тоже самое не очень чистое. Ну вот мы решили вместе с Huawei посотрудничать в этом сезоне и в такой вот форме, как инсталляция. Вдохновение послужило, конечно, эти прекрасные телефоны и их цветовая гамма, что очень наблюдается, да, что наблюдается вот во всех моделях, в развитии. Кроме всего прочего, наверное, все мы привыкли к тому, что гаджет у нас сопровождает с утра круглосуточно, да, и мы любим делать фотографии, запечатлели какой-то момент жизни, там сделали селфи, поэтому вот в принтах я использовала такой сленг, как «лови моменты, жизнь прекрасна». Наверное, многие из нас любят подписывать свои фотографии, запечатлев какой-то самый красивый там закат, я не знаю, самый красивый свой образ. Скройте нам секрет, что будет в тренде следующим летом? Идет тенденция на увеличение объемов, как вы уже могли заметить, и плечевой пояс увеличивается. Вот. Но наряду с этим все равно женственность остается. Поэтому немножко блеска, немножко объемов и маленькой изюминки. Вообще мне очень нравится это пространство и то, что нас ожидает именно и с показами. Такой подиум и такое пространство именно для показов выбрано. Ну и вообще какая-то такая перемена, наверное. Я думаю, что это интересно всем и дизайнерам, потому что здесь можно как-то... И пространства много, и можно творчески там развернуться, что-то там еще воплотить такого очень необычного.